Всем привет! Я сегодня в прямой эфир вышла, так как я сегодня случайно оказалась в Стамбульском парке в Одессе в это время, хотя планировала быть дома, потому что я не знала, что сегодня выходной в детском саду. В общем, рано проснулась, отвела Тимура в детский сад, на качельке катаюсь. Он Тимурчик играет с детками. Сиреноголовые там Тимура. Вот персонаж. Вот. И значит, так интересно сложилось. Я вот сейчас проанализировала, тоже сделала видео о том, что значит, хорошо, что сегодня рано встала, да, это пусть так бы мы бы спали бы с ним, а так этот ранний подъем, который мне тоже лично марафон раннего пробуждения. А, девочка, дай, пожалуйста, ему его сиреноголового. Спасибо. Бери, бери. Вот, и сейчас. Значит, интересно, произошел такой момент для меня, анализ, и неожиданный такой результат. Мне интересно, как же все-таки жить часто в удовольствии человеку, вот именно вот чувствовать, понимать, идти к этому, проживать это, выбирать это, принимать это, так как я учусь. А вот, и поэтому мне интересно все-таки вот этот вот механизм понять, как это работает, какими действия, какие нужно делать действия в реальности, чтобы к этому, да, приходить к состоянию такого счастья. Это состояние счастья, это такое независимое состояние, когда тебе хорошо, спокойно, независимо, что происходит вокруг, кто тебе что говорит. То есть это вот такое состояние, к которому стремлюсь максимально часто его испытывать. То есть этим же мы находимся, да, в нужном месте, в нужное время, по своей душе, по своей жизненной Божьей программе для счастья и удовольствия, по своей счастливой судьбе. Вот. И, вот. И значит, с Тимуром я пришла в детский сад, он закрыт. То есть мне важно было мое состояние, моя реакция. То есть я спокойно отреагировала, приняла этот факт. Вот. Думаю, что делать дальше? Если идти спать, ложиться, ну, неинтересно, как бы я не хотела бы, да, опять сейчас. Вот, думаю, пойдем, Тимур, с тобой, раз мы уже встали, идем с тобой гулять в парк, и Тимур тоже говорит, идем, мама, в парк. Кировский парк пошли, там было еще тоже, так было раннее время, полдевятого, были еще закрыты эти домики детские, думаю, ну куда, идем на Дерибасовскую. В общем, идем туда, идем туда. Шли-шли, уже потихонечку кафешки начали открываться, мне хотелось, ну, просто позавтракать, попить капучино свой любимый. Я думаю, раз так уже складываются обстоятельства, вот, и в итоге хотела, да, я пойти в, я люблю очень ресторан «Облака», и, да, хорошо, играйтесь, играйтесь, вот, и потом что-то, потом Тимур захотел вкусняшку, не пошли, потом мы проходили мимо отеля ресторан «Амстердам», думаю, о, там позавтракаем, Тимур заистерил, нет, ну, идем туда дальше, туда. И, в общем, думаю, Тимур, как, идем в полирояль? Такой, идем. Потому что здесь важно, когда мы даем с сыном, чтобы это было, да, скажем, в унисон решение, чтобы было хорошо и мне. Потому что если он будет истерить, естественно, нам неплохо. Вдвоем провести время счастья в удовольствии. И что, полирояль, мы зашли, там ресторан счастья, уже обновленный интерьер. Ну, подними. Что тебе помочь? Что сделать? Хорошо, сам. И, в общем, я оказалась в том месте, где я по-настоящему хотела быть. Я очень люблю жить счастливо, активно, наполненно. То есть я люблю кафе, рестораны хорошие, там каждый день кушать.
Вот мне это нравится. Вот важно, знаете, что, изучить себя и понять, что ты по-настоящему любишь, что ты по-настоящему хочешь, от чего ты по-настоящему на самом деле кайфуешь. И важно это по своим возможностям позволять жизни реализовывать, понимаете? То есть это есть честность, правда, с собой, это есть путь к своей индивидуальной счастливой жизни, жить в кайф, это вот слово, наслаждаться жизнью, даже тогда вот если... Потому что я мне раньше это слово кайф, оно мне как-то... для меня была ассоциация кайф, это какой-то такой наркотический эффект, хотя я никогда не принимала наркотиков, но мне почему-то... вот когда вот... Ну, кайф вот это, да, это удовольствие, наслаждение, да, вот. Потом уже поняла вот это вот, когда я почувствовала состояние, что есть такое состояние, когда вот действительно ты находишься в делаешь то, что тебе нравится, наслаждаешься этим, энергией, потому что все в принципе вокруг энергия, деньги энергия, да, в нас энергии, вокруг нас энергии, важно, какие эти энергии. Мы в таком материальном, энергическом, информационном пространстве находимся, да. Я это тоже вот изучаю, понимаю, это очень интересно мне познавать это все и проживать, чувствовать. Так, и вот, я оказалась сегодня утром именно в том месте, где я на самом деле хотела, в красивом ресторане. Вкусная еда, здоровая, да, заказала там что-то там, креветки с авокадо, с яйцами и капучино свой любимый. Обстановка шикарная, реально, знаете, вот обстановка по кайфу. Вот именно сегодня к этому плюс важно еще, когда еще позволить себе, да, то есть, да, тут мне тут завтрак в ресторане, это, естественно, стоит денег, да, плюс там какао Тимуру обошлось 250 гривен, позволить себе, это не запланированная была, скажем, инвестиция. Не люблю слово трата, тратить. То есть мы что делаем? Мы вкладываем себя, да, мы покупаем когда себе еду, одежду. Мы вкладываем себя, инвестируем в себя, в себя, как в собственный проект. Это важно тоже, что поменялось в голове вот это вот. И важно, что, конечно же, я за то, чтобы эти были и эффективные вложения, в то, что действительно вот, будет усиливать и возвращаться в 3-7 во 100 крат. Деньгами, счастьем, здоровьем. То есть я вот за такие вложения в себя. Вот. Важно это почувствовать, что же это, вот, да, когда вот это вот зажгло искра, это, да, такая внутри. То есть это от жизни что-то, вот, действительно. И вот этот вот мой анализ сегодня, который вообще просто для меня, он просто вот открыл еще больше, понимает мне это убеждение в этом. Вот, я, короче, вот кайфанула, честно, вот, и мне было интересно, как же я к этому сегодня пришла, вот так вот, да, как бы принятие ситуации, главное не ложиться спать, да, рано встала, пошла дальше, двигалась, в итоге попала, да, ну, скажем, выбрала этот ресторан, плюс еще не зажлобила, а позволила себе вкусно покушать, попить, как я люблю действительно это, и спорт, и развитие, и шопинги, и путешествия, спа-процедуры, массажи, это должно быть в моей жизни много постоянно, это меня наполняет, это делает меня моложе, красивее, здоровее, счастливее, богаче, успешнее, самореализованнее, важно это все-таки себя изучить, что ты за личность, какая ты женщина, какой ты мужчина, и это делать, это будет нас усиливать, улучшать. Люблю очень обучаться новому, вот, стараясь это по своим возможностям в жизни делать. Насколько я сегодня вот могу, есть на это силы, энергия, время, деньги, я вкладываюсь в это, вот, обязательно служение людям миру, да, это польза, что-то делать, то, что вам очень нравится, вы готовы с этим поделиться, какой-то информацией, кто-то там, кто-то умеет красиво танцевать, да, в марафонах, в прямых эфирах, кто-то что-то печь тортики, кто-то вот что-то удачно, я выдаю, у меня такой марафон, да, это из трех параметров, это инфа, я выдаю инфу, информацию свою, то, что мне идет, своего опыта, вот, и твои свитки, анализы умозаключения, массаж лица и вакуум живота. Так сегодня я не нахожусь дома, поэтому сегодня просто буду немножко поговорю, расскажу. Вот, но вы завтра, кто со мной начал, можете продолжать делать массаж лица, вот, и вакуум, потому что реально эффекты есть, результаты есть. Вот, и еще сегодня такую...
вот это, забывая эту фразу сказать, надо бы мне, когда важно тоже, когда вы, допустим, что-то покупаете, вот, да, рассчитывайте с деньгами, там, ну, карточкой, наличкой, есть такая обалденская фраза. Я вот сегодня ее вспомнила, я как-то была, делала, забыла. Сейчас нужно, я не знаю, нужно себе прям до автоматизма довести. Когда мы вкладываем, да, платим деньгами, важно сказать, что благословляю на возврат вас 100 крат. Пошла энергия. Это очень крутая фраза. То есть мы вкладываем, чтобы шла обратка в 100 крат, там, в 100 раз больше. Деньгами, там, счастьем. И так далее, здоровьем. То есть, грубо говоря, так, мы такие становимся крутыми, классными инвесторами. Да, сынок? Себя же. Вот. И вот, это, хотела сказать эту фразу. Вот еще одна мысль, которая сегодня, вот я все забываю сказать. Я очень важно. Плюс мне сказал специалист, я участвовала у Натальи, у меня есть подписчиков «Матрица души». Тоже классный специалист, она просматривает, плюс там свыше идет инфаут именно по твоей душе, по такие недостатки, достоинства, с чем работать. Я участвовала тоже, есть у нее такой был бесплатный разбор, консультация, плюс еще есть платная, более глубинная, более детальная, там уже это вот. И она мне сказала об этом, я буквально тоже начала, я время от времени делаю то, не делаю, но эффективно я замечаю, когда я вот завела себе, купила еженедельник, да, я записываю почасово план действий на сегодняшний день. Конкретно, что мне надо сделать, и, то есть, такие, да, самые приоритетные, да, то, первое, я записываю то, что вот сегодня надо 100% это сделать, потом дописываю, что я еще успею, но стараюсь максимально вот понять по-своему, что я это сделаю, прописывать свои цели, планы, задачи. Важно это, во-первых, это фокусирует, и энергия внимания идет именно вот туда. То есть мы не рассеиваемся там, знаете, как вот не транжирим свое время, а мы конкретно делаем то, что нужно нам сделать. Важно, тут классно, это раз. Во-вторых, прописали рукой, это второе. То есть, когда мы прописываем, мы еще больше, скажем, фиксируем это. Знаете, вот больше такая идет такая, не то, что. Ну, назову это полуматериализация, но это тоже классный инструмент прописывать, да, вот не зря, вот тоже я тоже использую такую практику и прописываю, стараюсь каждый день свои желания и цели, и пусть обязательно говорю примерно, сколько мне нужно на это денег, и обязательная фраза, пусть реализуется то, что лучше для меня, все, что лучше для меня, все, что для моего счастья и удовольствия. То есть я как бы, грубо говоря, возможно, это мое ложное желание, а я даю как бы в руки, да, вот Богу, высшим силам, чтобы вот все-таки пусть им там виднее свыше, что я могу реально протупить, не прочувствовать свое истинное желание по душе, а ложное чье-то, мама на папа, на там, я не знаю, кого угодно, да, как там своего рода, который там, короче, чье-то. Не свое, а чье-то чужое, то есть быть под каким-то чужим таким влиянием, да, и поэтому я вот сразу же, вот, ну, пусть будет как бы для меня лучше и полезно, и для моего счастья и удовольствия, то есть пусть реализовывается это. Это мне действительно начало больше, стало более, скажем, дисциплинированное, стабильное, организованное, и вот чувствую, когда я прописываю, это я реализовываю спокойно, и это мне помогает. Я тоже с вами делюсь этим, заводите даже дневники, пишите обязательно, это реально помогает. Это эффективно, то, что я вот реально на себе вот это как бы тестю, я вот об этом рассказываю, то, что реально вот, вот мне помогает, работает, вот как-то так, вот. Ну что, поговорим сегодня, давайте фразочки, какие фразы, да, как бы называть их аффирмации. И, в общем, пользуемся с сила слова, то есть мы озвучиваем, наше слово имеет огромную силу, это правда, это наше намерение, наш выбор, и пространство начинает это реализовывать в реальности со временем, потихонечку, то есть мы как бы программируем, плюс свободная воля выбора, это наше законное, дано нам вот, Творцом, законная воля выбора, то есть что мы выбираем, мы тоже, у нас это, вот. И, в общем, что, ну, хотите говорите, за мной повторяйте, плюс что-то идет ваш, вам, там, у вас, вы хотите говорить то, что вы хотите, что вам там идет, чтобы улучшить усилия, то, что не хватает, чтобы это зашло в вашу жизнь.
Вот, что, так, фраза. Я достойна быть молодой, молодеть здесь и сейчас, всегда, вечно, бесконечно. Я достойна быть здоровой, здороветь здесь и сейчас, всегда, вечно, бесконечно. Я достойна быть счастливой, счастливеть здесь и сейчас, всегда, вечно, бесконечно. Я достойна расти, развиваться, обучаться новому, полезному здесь и сейчас, всегда, вечно, бесконечно. Я достойна богатеть, быть богатой, богатеть здесь и сейчас, всегда, вечно, бесконечно. Я достойна счастлива самореализовываться здесь и сейчас, всегда, вечно, бесконечно. Я достойна наслаждаться своей жизнью здесь и сейчас, всегда, вечно, бесконечно. Я достойна всего лучшего в жизни здесь и сейчас, всегда, вечно, бесконечно. Что-что? Они сейчас принесут чаевую халаву. Вот, смотри. Да, хорошо. Да, тут Тимочка гуляет на площадке. В общем, по основным параметрам прошлись. То, что я хотела сегодня сказать, я сказала. Мы будем завершать прямой эфир. Желаю вам хорошего, счастливого, в удовольствии, полезного, эффективного дня, любви, всех благ, ангела-хранителя. Пока-пока.